Внимание, вопрос. Где Кирилл? А где Кирилл? Куда Кирилл поделся? А где Кирилл? А где Кирилл? Блядь, где Кирилл? А где Кирилл? Бля, где Кирилл? Я чуть не видел. А, ты видел Кирилла? Хотя Кирилл вроде должен быть. А где Кирилл? Ребят, Кирилла походу не будет. Празднуем без него. Я сейчас кончу, блять. Вы заебали! Я ставлю за рэпчик! Так вот! Еее! Это слава! За старение я ставлю! За любой кипит! Я за приключения ставлю! Кучу приключения! Чувак, счастья тебе большого! Ну давай! Большого, как дом Лужкова! И рэпчика! Лужкова! Давай, говори. Кирюха, больше тебе грува. Всякого раскача. Всегда и везде. И больше удачи, ё. Больше удачи. Что, я только пришла?
Кирюх, меньше груза тебе лишнего на шее. Типа меня? Не, ну, честно, удачи, счастья, и чтобы в жизни было много классных тусовок, типа с нами так. Кирюх, все дела тебе в баланс привести, чтобы стыковались все твои такие прагматичные идеи. Успехов. Мало? Мало. Ну что, блять, можно пожелать такому человеку, как ты? Наверное, хороший шаверск в Питере, кебаба в Турции, ну когда, конечно, так напряжён. Работы пиздатые, серьезно, пиздатые работы. Пиздатых друзей. И так надрочили. 5 лет. Найди работу. И не сдохнуть 27, кстати. Да, был пиздатый, если ты не сдох 27. Очень обидно будет. Да, Кирюх, сдохни 28. Thank you.
большие города. Пустые поезда. Ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Холодная война. Он не сошел с ума. Ты ничего не знала. Полковнику никто не пишет. Полковника из гейского в питерский. Глеб, я записывал тебе видос, так его и не увидел. Я тебя люблю и жду в Москве. Не, нихуя ты мне не скидывал. Просто это в какой-то никуда ушло, но я тебя люблю и жду всегда в Москве. За тебя, бро. Это мой брат. Ёбаный урод, блядь. А вот это что пиво, блядь? Твоё. А кто такой Дегтярь? Это... Я ж твоё, блядь. Может, посмотрите, как стадный съём. Попробуй. Чувак, это отстойное пиво. Давай, я подержу. Не-не-не, ладно, чувак. Короче, сейчас уже скоро начнётся бой, всё окей. Давай сейчас, а потом ещё ночью. Мы будем рядом, мы будем с собою. И между нами любовь, это точно. Не надо думать, что всё обойдётся. Если мне поистине не думай об этом. Все перевернется. Все, что тебя касается. Все, что меня касается. Все только начинается. Начинается. Все, что тебя касается. Все, что меня касается. Все только начинается. Начинается. Плывают кверху дном. Блин, пипец, ношу ключи в боковом кармане. Хорош, мне кажется, тебе хороший подарок будет. Сейчас неправильно. Итак, сегодня я показываю свою душевую кабинку. Это стена из гранита. Итак, чему готовились все? Там в зеркале видно, да, Таша? Мы его вырежем. В общем, крутая ванная. И взойдем на нее.
Она, да? Да. Блин, я потому что мы спускаемся туда, берем катер. Не въедем, а взойдем. И уезжаем в закат. Вить, приходи. Давай, да? Давай. Давай. Иди к нам, сладкий. Да, охуеть. День рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения. Я, это был сюрприз, я не знал, что так будет. Блин, я понял, это тоже логотип. Да. Вить, еще подарок. Смотри. Та-дам. А, да ладно, да ладно, да ладно. Охрененно, чуваки, вы не поверите, я очень хотел так делать, серьезно. Да. Вот, типа... Я надеюсь, у нас когда-нибудь офисы, мы развесим стены все в наших офисах. Только есть у нас армы нет. Нет, вот, да. с первого есть. Вот. Короче, а у нас рамка даже для нее. Офигенно, чуваки, это дико круто, спасибо большое. Все. Давайте все обнимемся, все вместе. Эй, чтобы за торт не снести вам. Ура! Обнимаюсь. Типа, другие типа... Ладно, давайте бухать, ребят. Давай. Давайте разливать. Надо медленнее, да? Давайте медленнее. Да, давайте. Играй. Сижу на диване, влипаю в стену серую. У меня, кажется, с этой жизни проблемы. Ты должен снимать Мишу, а не меня. Почему? Сижу на диване, влипаю в серую стену. Кажется, у меня в этой жизни проблемы. Я не заморозил вчера свою сперму. Теперь не будет продолжения. Скоро захватят человеческое извержение. От этого припева стояли даже у негров и даже у обезьян. Весь стоял зал. Ведь сегодня на этом диване происходит необразительная, невероятная Милана. Я сижу и влипаю на этом диване в серую стену. Чувак, у меня проблемы. И это для 15-летних. Простая говняшка. USA или Рашка? Смотрите, они слышат, микрофон еще работает. Микрофон не работает, я молчу.